Сегодня стали известны победители и лауреаты национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского кругов. Национальная премия – первый отечественный конкурс по выявлению наиболее успешных и интересных туристических событий. В Чебоксары съехались представители 16 регионов, которые представили в общей сложности 160 проектов. Сегодня прошла их презентация. Для участия в региональном этапе Приволжско-Уральского федеральных округов мы выставили 28 проектов, которые участвуют в самых различных номинациях. В этом году мы постарались представить новые проекты. Это является целью каждого года участия в премии. В этом году немало проектов были реализованы в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу, который также проходил в Казани. Среди проектантов – творческие коллективы, образовательные учреждения, туристско-информационные центры, патриотические клубы, общественные организации, государственные структуры. Из Чувашии отобрали 7 проектов в номинации «Лучшее городское праздничное событие», «В области спорта» – «Лучшее туристическое событие исторической направленности». Последнее состоялось совсем недавно и произвело на участников и зрителей неизгладимое впечатление. Фестиваль исторической реконструкции «Волжский рубеж» проходил на месте, где в годы Великой Отечественной войны были построены реальные укрепительные сооружения. Чебоксары не первый год участвуют в национальном конкурсе, поэтому уже можно говорить о тенденциях в сфере въездного туризма. Если говорить о городе Чебоксары, да, несомненно, он возрос. Возрос он во многом, конечно же, благодаря речному туризму, но, судя по статистике, начинает увеличиваться количество приезжающих на ваши события. Потенциал республики большой. Особенно в плане организации и проведения этнокультурных событий, потому что они привлекательны для жителей не только соседних поволжских городов, приволжских, но и центральной России. Russian Event Awards – не просто конкурс, но и рабочая площадка для изучения успешных практик, обмена опытом в сфере событийного туризма. Любое событие необходимо создавать по всем законам жанра. Только тогда оно будет интересно зрителям и участникам. События – это же такая история, которая как комета. Вот она, знаете, она пролетает, и с одной стороны мы видим, что она пролетела, с другой стороны мы видим этот шлейф, и начинаем о нем говорить, и масса публикаций в Фейсбуке, ВКонтакте, во всех социальных сетях о том, что это событие прошло. Поэтому само по себе событие является привлекающим фактором в регионы, но что очень важно, это тот шлейф, который она оставляет, вот это самый хвост кометы, то есть то, о чем мы начинаем говорить, и то, чем мы привлекаем внимание к различным регионам. Кому достанется национальная премия, станет известно 27 сентября.